Всем привет, с вами лучшая команда Европы, красно-желтая. Играем в игру «Угадай кто». Ой-ой-ой, вот ты его никогда в жизни не угадаешь. Я его покажу на камеру. Видите, видите этого брутального? Бородатый? Да. Да? Да. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Круг сильно сужается. Это тоже. Тот же вопрос. Юрьевич. Да. Бородатый? Нет. Это очень-очень хорошо. Хотя нет, не очень. Ну, то есть, я сказал не бородатый, сказал нет, значит, там даже ёжика нет, правильно? Нет, борода, это борода, как я сказал. Я скажу тебе да. Есть легкая борода, есть нелегкая борода, понимаешь? Ну, там точно нелегкая, да, как я понимаю? Я сказал, что он без бороды. Все. Он лысый? Или лысеющий? Сейчас посмотрю, я забыл. Лысеющий. Опа! Опа! А там все лысеют, братан, там все лысеют. Не знаю ничего. Вот этот вообще не лысеет, кстати. Ничего такого парня. Кобель? Ну это тоже не лысеет, я так думаю. Еще рано ему лысеть. Нет? Да, мой вопрос. Давид Юрьевич. Он лысый? Или лысеющий? Как не задали мне вопрос. Нет? Вопросов нет. Чего ты вопросом на вопрос отвечаешь? Ну чтобы равные условия были. Мой вопрос. Ваш вопрос, Давид Юрьевич. Он левоногий? Сейчас посмотрю, забыл. Ну как тебе сказать? Скорее да, чем нет. У меня, в принципе, могу дать ответ. Давайте. Саслан Качмазов. Молодцы, угадали. А? Кстати, я тоже, по-моему, угадал, кто у вас там. Ну, говорит. Давид Юрьевич. Я думаю, у вас... А вас Спартак будет? Я думаю, у вас... Георгий Бьяни. Не. Ну, что, Давид Юрьевич, я вам сегодня проиграл. Очень приятно было с вами проиграть. Да. Самое главное, на поле не проиграть. Да, именно. Мне. Да, согласен. А вы как хотите? Нам. Димасик, спасибо тебе за победу. Ты был сегодня лучше.